Здесь человек с пистолетом! Быстрее! Да что вы стоите? Помогайте! Давай, ребята! Друзья, на этих кадрах вы видите знаменательное для города Севастополя, да, пожалуй, для всей Украины, и для всей России, и для всего мира событие. Я напомню, что это 5 июля 2008 года. Перед вами запись, секретная запись Службы безопасности Украины. Здесь зафиксированы все действия и события, которые происходили в тот день на Графской пристани. А я напомню, что 5 июля 2008 года власти Украины попытались установить на Графской пристани позорную, так называемую, табличку в честь 90-летия образования основания флота Украины. Согласитесь, беспрецедентное для Севастополя событие. Все, кто участвовал в тех событиях, очень сильно рисковали. И закончилось все это, конечно же, арестами и судами, которые длились несколько лет. И закончилось это только с установлением российской власти в Крыму и Севастополе. Давайте посмотрим, что происходило 5 июля 2008 года в Севастополе на Графской пристани. Эксклюзивная съемка Службы безопасности Украины. Поехали! Это преступный приказ. Сейчас, вот покажи это самое. Кто вы такой? Да показывали мы. Показывали решение о том, что есть. Пожалуйста, это и есть. Нет, это и есть решение власти. Это ваше решение. Даже этому преступному не преступный приказ не выполняю. Покажите разрешение горсовета на установку. Покажите решение. Вы знаете, нет. А есть другое решение. Вам показать еще раз его? Еще раз зачитываю. В соответствии с законом Украины о местном самоуправлении Украины, законом Украины о праве населения Севастопольский городской совет решил, первое, поручить Севастопольской городской государственной администрации разработать и представить на утверждение Севастопольского городского совета положение о порядке установки местных памятников, памятных знаков и мемориальных табличек на недвижимых объектах, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады города Севастополя и объектах устройства города Севастополя. Определить, что до утверждения положения предусмотрено пунктом 1 настоящего решения установки местных памятников и табличек на недвижимых объектах, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады города Севастополя и объектах устройства города Севастополя, осуществляется исключительно на основании решения городского совета. В котором сказано определить,
что до утверждения положения предусмотрено пунктом 1 настоящего решения установка местных памятников, памятных знаков и мемориальных табличек на недвижимых объектах, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады города Севастополя и объектах благоустройства города Севастополя осуществляется исключительно на основании решения городского совета. Председатель городского совета. Подпись и печать. Это подпись. На настоящий день другого решения горсовет не принимал. И то, что сейчас происходит на Красной Пресне, это варварство, кощунство. Это просто разрыв нашего исторического памяти. Андрей, нашего там вообще повесили табличку или нет? Да, повесили. Ну еще повесили. Написано вообще. О предательстве, которое было 90 лет назад. Да там всего два парохода повесили, а весь флот не повесил. А немцы его обманули, вот это предательство повесили. Ни статуса, ничего она не имеет. Это просто собственность в МСУ на сегодняшний день, которая здесь вот приклеена. А чего это собственность? Я бы еще хотел сказать, добавить еще такую вещь, что мы, депутаты городского и районного совета, пытались пройти на городскую пристань. Нас сюда не пускают военные. Милиция не оцеплена, оцеплена только военные. Они таких полномочий по ограничению доступа на территории города Севастополя не имеют. Пройдя сюда, мы были... Наша группа была атакована военнослужащими. Физически были мы повалены на землю. Юра! Идем запись в телефон, Андрей! Телефон Саратова нет у меня. Звоните в Саратов. Я звоню, поможет. Андрей, ваши действия, камера. Дальнейшие действия, что вы сделали? Ну, во-первых, наши действия, я не могу отвечать за действия Севастопольцев, я могу только отвечать за действия городского совета. Я на ближайшей сессии 8 числа, вот в этот вторник, 8 июля 2008 года, будет сессия городского совета. Я буду вносить вопрос о установке этой таблички, о ее законности, и буду инициировать судебное разбирательство по данному факту. Что делать сейчас? Сейчас вообще-то чипы. Нужно, чтобы горсовет поднимался и решал этот вопрос. Сейчас сюда прибыл юрист. Здесь находится уже начальник, да, начальник. Разбираться. Пускай не уберутся. Серега, нас улетели. Оккупанты! Вы вообще понимаете, что это боится? Вы понимаете ли вам все равно? Да, когда надо переводить, все мы на органы пойдем. Они стоят и не понимают об этом. Позор! 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 Большая дата. Вы историю знаете, что ли?
Походу одни алкаши тут повыгонялись с армии, они теперь. Блин, сюда.
русское государство, имея мощь, военную, политическую, экономическую, подготовку, эти цели приходили в Турку. Иди туда!
сразу два катера поставил под берег. Это нашего, это депутаты нашего города, Севастополя. Депутаты. Священного русского города. На каком основании вы не пропускаете? Так, руки, ребят, руки. Депутатов пропустите. Вы не проходите. Фотографируйте, 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 фотографируйте. Ребята, давай, давай, давай. Милиция! Проходить на территорию принадлежащего города. Депутаты, а что вы стоите? Спасибо.
Почему? Он при исполнении, конечно, депутат, если вы не знаете. Вы тоже при исполнении. Он находится в общественном месте. Мы тоже при исполнении. Он находится в общественном месте. Ношение оружия в общественных местах запрещено. Выше за них? Нет. Какого основания вы стали? Кто приказал? Дали цепь и руки сомкнуть. Чего солдаты? А что людей валять? Ё-моё! Куда валить? Мой боец, если ты его найдёшь. Ты что? Выходи. Кто-то найдёшь? Кого? Меня? Меня найдёшь? Привет. Маленького не найдёшь. Пусть ваш полковник меня найдёт сначала. Все на выезде. Все на выезде. Все на выезде. Ё-моё! Подожди. А название чего вообще за Калининградскую пристань? Я не понял. Попрошу когда-то в через я вот сюда дома. Ну и что? Ну и что? Почему здесь Калининградская пристань? Кем? Почему здесь нельзя находиться? Вообще приказ. Есть допуск до общественное место, ребят. Ребята, общественное место. Он тоже с оружием. Вы выполняете закон, статью 15 и 14 закона о милиции, а он ей не подчиняется. Так? Это закон, значит. Это все не является законным актом. Я считаю, что я суд. Решение все будет в суде. Надо решение суда. Да. Скажите, пожалуйста, это ваша территория. Распоряжайтесь у себя. Конечно, вы можете. Ну, я читаю. Направляю для руководства, в работе, согласования, государственной службы, вопросы национальной культуры и так далее. Значит так, вы знаете, что у нас в Севастополе городская администрация является исполнительным органом, а законодательным является исполнительным органом. Законы читайте. Да неужели? Администрация имеет право сама делать, да? Нет, правильно. Согласовывать мочек. Так вот, у нее вот этих полномочий нет в администрации. Почитайте положение. Все вопросы в суде. Заткнули руки в кольца. Руки в кольца. Простите меня. Раз, пошли. Так, встаньте. Коляция. А теперь носите меня на руках. Носите. Все, подождите. Где стоять кольцо? Называйте сюда все. Основание. Все, можно на Тухова. Где там ваш командир? Сниму героя. Где герой? Руки сомкнуть. Еще недолго осталось. Русскими в российской пьет, Александр II указывает. Вот, читали все, вот и башки, все ее подданы. Вот так. Дорога. Начат гардемина в Украине. Вот она общая. Лоялка. Украина. Ручки, а что ты меня могилишь? Я сразу это. Так,
Саша, иди сюда, тебя никто не тронет. Саша, другой, вот, иди сюда, тебя никто не тронет. Кто был стоит здесь? Его вооруженные, это безусловно чуть нет. Вот, полковника, сними. Держите, держите, держите! Держите! Настоящий Севастополь. Настоящий Севастополь. Настоящий. А вы оккупанты. Здесь, чтобы первый не вообще. Иди по ногам мне лучше. Прямо пальцы. НАТО нет такого. Поехал. Какой разговор, да? Вы лучше на людям разговариваете. Самым ярым нашим противником. Как военный. Ты лежишь. Ты лежишь. Не оскорбляй меня. Это, а ты не тыч, а ты не тыч, ну сам сосно. А вы маты не ругайте. А сейчас где я? Да я тихо поломаю пополам. Давай ты будешь сначала спрятать. Давай попробуй уже, на конце так. Да, давай. Через силовой колбас. Карлей, спроси вам, куда ты родили? Какое училище заканчивал? В каком году? И когда он первый раз присягу принимал? Наверное, Советскому Союзу сначала. А потом я проститутка. Яйца, конечно, полетали. Снимал? Ну да, пытался. Ну, так ты до сих пор снимаешь. Да? Вешание любых памятных знаков и табличек без согласования с городским советом. Это нарушение. Когда пришли и показали эти бумаги товарищам военным и сказали прекратить это до выяснения обстоятельств, никаких действий предпринято не было. Попытки депутатов пройти сюда встретили такой отпор, что пришлось фактически прорываться с боем. Это вообще нарушение всего, что только есть. То, что делается здесь, это оскорбляет чувства и севастопольцев, это оскорбляет чувства нас, как граждан Украины. Поэтому простите меня. Я понимаю так, что то, что делается здесь, беспредел. Табличка должна быть снята. Есть решение городского совета, пожалуйста, будем выполнять. Нет решения городского совета,
Тогда мы начнем вешать таблички и действительно прибегать уже к акциям гражданского неповиновения. Если хотят, как говорят, пожнать бурю, пожалуйста, она будет. Все. Это скажи, ты поймешь. Значит, как только начали вешать табличку сюда, посвященную якобы 90-летию поднятия флага украинского флота, значит, на входе в Графскую пристань и по всем ее бокам было все огорожено украинскими военнослужащими, шифроновыми украинского ВМСУ. Значит, как депутат я имел право пройти на объект, показав удостоверение и представился капитану, чтобы пройти на объект. Капитан не захотел мне представиться, значит, не хотел никак ни в какую не пускать, ничего. Значит, я попытался сам прорваться на объект, мне начали выкручивать руки. Значит, в общем, я постарался так, что я попался на объект. Я просто хочу отставить факт такой, что как ведут себя украинские военнослужащие. Yeah!
да, тут же пойдешь некогда, давай. Thank you.
остался тут так. Не ломай, не ломай! Вообще!